создался? Как оформление и подача, и популяризация нашего скульптора-керамика Натальи Максимченко? Коллекция нашего музея составляет 420 предметов. Вот. Потом это все переросло совершенно в иную форму, которая стартовала в ноябре месяце и закончилась вот в конце марта. В рамках музейного проекта Славянский краеведческий музей получил технику на 400 тысяч, которую мы должны были использовать, которая должна была доказать и опровергнуть то, что музей устарел. Вы знаете, на протяжении этих месяцев, когда мы общались со школьниками разных возрастов, то можно было понять о том, что детям мало интересна история, детям мало интересно вообще, в какой стране они живут, чем они живут. А музей – это то место, где надо задавать вопросы, приходя к нам, а мы будем давать на них ответы. А почему это такого, а это такое? Почему это катакомники, срубники? Почему история такая? А какой предмет рассказывает об этом? Заинтересовать, потому как мы здесь показываем не просто, а предметность. И каждый предмет хранит свою историю, у него есть свое значение. Какие были страницы истории закрыты, и которые мы сейчас открываем? То, что музей открыт как выставочная площадка. Вот здесь зритель, который заходит и выходит, он получает информацию. Для меня очень важно и для работников музея, потому как это коллективная работа, чтобы здесь люди получали знания. В проекте, идеи проекта предусмотрены там и глиняные мастерские, где люди смогут работать с глиной, обжигать и забирать свои сувениры. Проект очень большой, и если у нас удастся это все реализовать, я так думаю, не только городу, мы будем лучше в области.